Для получения компенсации расходов на оплату вывоза ТКО не нужно отстаивать длинные очереди в Центре социальной защиты населения. Начисление льготы происходит в автоматическом режиме. Главное, чтобы данные проживающим на территории пенсионере были в пенсионном фонде или соцзащите. С 1 января 2019 года вступили в действие дополнительные меры социальной поддержки, которые касаются, в частности, вывоза компенсации за вывоз твердых бытовых отходов. Они распространяются для неработающих пенсионеров до 70 лет в размере 30% в пределах стандарта норматива жилой площади. От пенсионера от 70 до 80 лет это 50%, и пенсионеры старше 80 лет – это 100% компенсация за вывоз ТКО. В том случае, если вы или ваш родственник переехали недавно в Одинцовский округ, необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения, заполнить заявление и получить перерасчет расходов на оплату вывоза твердых коммунальных отходов. Если гражданин уже находится в базе данных Одинцовского муниципального района, то дополнительно ему нет необходимости приходить и заявлять о себе. Эта мера действует в беззаявительном порядке. Если по каким-то причинам сведений о гражданине нет в базе данных Одинцовского муниципального района, он не является льготником или переехал недавно, еще не заявил о себе, тогда, конечно же, нужно прийти и заявить о себе. Ему будут назначены эти меры социальной поддержки. Если человек пришел, тот, у которого нет в базе данных информации, пришел к нам после 30 июня, значит, мера ему будет назначена с момента поступления заявления. Если до 30 июня, значит, мы ему пересчитаем с 1 января 2019 года, если он уже был прописан и зарегистрирован на территории района. Перечисление компенсации происходит после оплаты квитанции за коммунальные услуги на расчетный счет, на который льготник получает другие меры социальной поддержки или пенсию. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».